Ой, мне так тяжело все-таки. Да Кирчик, ты хочешь подорваться, а? Олежка, давай дворника позову. Да мне не тяжело. Ну, ты про сердце свое помнишь? А давайте я вам помогу. Можно? Здрасте. Не надо. Почему? Я все-таки дворника позову. Вы кладите пока, кладите. А я позову дворника. Зовите. Это ваше? Любопытная Варваре на базаре нос... Оторвали, я в курсе, с детства. Познакомимся. Варвара Ивановна. Я Алексей. Здрасте. Очень приятно. Ух ты, какая у вас рука сильная. О. Ух ты, Гоша. Ты откуда? А меня Славка с папой подвезли, а у нас физкультура заболела. Не физкультура заболела, а учительница по физкультуре. Это мой внук Гоша. О, а это Пифагор. Пифагор. Познакомься. Гоша, смотри. А это Пифагор, собачка моя. Пифагор. Иди поиграй. Иди поиграй. Он умеет лапу давать. Дай лапу. Ой, слушай, где этого дворника нет? Я все обижала. Нет, не около 10-го дома, не во дворе. Он там посмотрел, тоже нет. А вы в этом подъезде живете? Да нет, есть 12-го. Мы с 12-го дома вон. Олежек, ну что же делать-то? Если раствор схватится, что же опять все заново делать, да? Ну, я без дворника попробую. Олег, нет, да, я вам помогу. Нет, ты сердце помнишь про сердце? Помню. Давайте вместе, я вам помогу. Давайте. Ой, тогда давайте уж вместе. В основном тяжь, давай на меня. Это почему? Давай, давай, давай. Я тоже женщина. Хорошо, хорошо. Да давайте на меня. Ну, я... Слушай, мы все взяли-то? Ну, дома же проверяли, посмотри. Так, анализы на месте, направление. Нет, подожди, мои анализы должны лежать отдельно. Почему твои анализы? Потому что забирала их, между прочим, сама. Я за это уже извинился, а потом твои анализы должны здесь лежать, потому что мы вместе потом ходили к врачу, я положил их в общую папку. Хорошо, посмотри в общую папку. Сейчас я посмотрю. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с Полчановой. Ваша фамилия? Болотниковы. Проходите в 13-й кабинет, врач ждет вас. Спасибо. 13-й кабинет? Слушай, может, завтра пойдем? Так, вперед. А вот твои анализы. Вот, чуть на голову морочь. Вот твои анализы. Ой, красиво. Так. Здорово. Понятно. Розочка, а можно я с Пифагором и с вашим Гошей пойду поиграю? Ну, конечно, Олеж. Спасибо. Спасибо. Конечно, пойдем скорее. Вот это вот вы заказывали у художника? Да что вы? Это Олег мой сделал сам. Да вы что? Да, он же мне вообще скульптор, монументалист. Ужасно нервная работа. У него же с сердцем плохо. Ой, прошли уж все круги ада. Вот остался финал, ждем, какой из двух проектов выберут. А кто выбирает? Ну, вот заказчик выбирает этот Петролиум. Волнуемся ужасно. Да не волнуйтесь, мы вон с Гошей будем за вас кулачки держать. А что они заказывали? Ой, фасад здания огромный. Он там такую красотищу придумал. Ой, солнце мое, Олежек мой. Вот создан для детей. А вот Бог не дал. Да ладно, какие ваши годы? Ну? Ну? Что ж, анализы показывают, что все в порядке, как у вас, так и у вашего мужа. Но как бы вам объяснить? Нельзя забывать, что сам процесс контролировать сложно, а любое давление может обернуться печальными последствиями для вас. Скорее всего, все случится тогда, когда решит мать природа. Но всегда помните, что существуют некоторые действенные способы, позволяющие ускорить процесс оплодотворения. Да? И какие способы вы имеете в виду, а? Я стесняюсь спросить. У нас Петька Иванов и Васька Котов дорогу на красный свет перебегают. Я видел. Да ты что? Честное слово. Это потрясающий поступок. Надо их за это наказать, да. Правда? Дорогу надо на какой свет переходить? На зеленый. На зеленый. Верно. Ой, а я Пифагора вижу. Где? Вон, видишь, сидит машина. Ну пошли. А потом к нему подойдем. Бабушка, ну пошли. Ну пойду. Ну бай. Пока. Да, а то химчистка закроется на перерыв, что я потом с этими пакетами делать буду. Мне эта машина очень нужна. Вот получу пенсию, и тогда посмотрим, нужна тебе эта машина или не нужна. Руку давай. Ой. Дай руку.
Что случилось? Инфаркт. Как? Папочка. Как? Он только что в машине. Я нашла банка. Все так долго. И он... Мы к ветеринару опоздали на прививке. Вот он бросил Пифагора в машине и за мной. Ни Пифагора, ни машины. Ни машины на скрине. Стойте, я с вами. Стойте. А как же Пифагор? Пар, ну как же Пифагор? С Пифагором все прекрасно. Свояченица звонит и рассказывает, что в соседнем от нее доме Олег Синчин скончался в больнице. Представляете? Сердце, говорит, не выдержал. Ой, царство ему небесное. Такой памятник возвел в нашем дворе. Спасибо, замечательно. До свидания. Все, Варвара Ивановна, заказала я 2 билета, 2 номера в частной гостинице, так что едем с вами. Ну, наверное, от 1 номера придется отказаться, потому что я не поеду, Аленушка. Почему? Да я лучше по дому там, ну, что-нибудь сделаю и... Да ну, что вы? Нет, нет. Ну, вы же сами говорили. Не получится. Ну, жалко, отдохнули бы. Как-то вместе. Привет, это я. Ромка. Я на секунду. Я все заказала. Номера гостиничные. Правда, мамуля ехать не хочет, но мы-то... Слушайте, девчонки, у меня форс-мажор. Что? Мне на понедельник внеочередное слушание поставили. Очень сложное дело. Там не только имущество, там еще детей делят. Мне надо подготовиться. Понятно. Аленушка. Алена. Ну, что Алена? Что Алена? Я бегаю, заказываю гостиницу, по супермаркету, как дура, ношусь, какую-то колбасу покупаю в дорогу. Ну, я ж правду говорю, форс-мажор. Мне нужно готовиться. Меня тут еще на аварию вон вызвали. Варвара Ивановна, могли бы меня поддержать? Да, поддержу. Знаешь что, в конце концов определись, что тебе важнее, работа или дом? Эх, мам. Вы, двоечники. Колышник. А мне чаю-то кто-нибудь даст? Сегодня как-то рассеяна. Ой, нет, что вы. Знаете, что из головы не идет? Роза сказала, что ее муж втянулся в борьбу за тендер какой-то нефтяной компании. Петролиум, как это так называется? Если нефтяная компания, то суммы бешеные. Ну да, я про это и думаю. Ну и что? Мысли всякие нехорошие в голову лезут. Мне кажется, вы просто устали. И еще... Это ваше желание всем помочь. Мне это у вас очень нравится. А может, сходим навестим Сенчину? Пойдемте. Сюда. Проходите, пожалуйста. Проходите. Вот. Может, мы не вовремя? Нет, нет, что вы. Проходите. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Геннадий Петрович, сосед. Да, здравствуйте, Геннадий Петрович. Петрович. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы зашли. Очень. Проходите. Проходите, пожалуйста. Вот, присаживайтесь. Спасибо. Вот. Так. Вот сейчас. Роза. Сейчас я. А вот, Варвара Ивановна, я хочу посоветоваться.
А вот какой костюм лучше Олегу подойдет? Вот этот коричневый? Или вот синий в полосочку? Любил он синий в полосочку, но коричневый он тоже одевал. Слушайте, вот еще и галстуки у нас есть. Вот есть в клеточку синенький, вот просто в крапинку. Розя. Или может быть просто бордовый, как контраст, как контраст. Синий. Раз ему нравился синий, значит синий. Синий. Хорошо. Присядьте. Геннадий Петрович, водички принесите, пожалуйста. Розер, не идет из головы вот что. Почему именно вашу машину угнали? Мне кажется, все это не случайно. Почему? Рядом-то были дорогие. Я думаю, ворам им же все равно, знаете. Я посмотрел статистику. По вашей марке за прошлый год ни одного угона. Может быть, ваш муж просто забыл закрыть дверь, когда уходил? Ну зачем закрывать? Там же Пифагор. Он лучше любого замка. А вот враги были? Завистники? Ну какие враги? Ну какие враги? Он добряк у меня. Он у меня добряк. Он из хлебного мякишка делал такие фигурки, всем дарил. Он шаржи дружески рисовал, он взаймы давал. Сам первый предлагал, он... А завистники? Ничего завидовать-то. Ну, он машина, она это у нас в кредит. А может, из-за тендера? Кто второй финалист? Нет, нет. Нет? Нет, Варвара Ивановна, вы что? Там Максим Федорченко, это друг. Да? Они дружили, да. Они вместе всегда были, учились вместе. Нет, нет, это... Это вообще исключено. А ведь самое страшное, что я ведь могла в понедельник сама спокойно сходить в этот банк. Но я все-таки уверена, что угон машины не случайность. Ну тогда, если тот, кто угнал машину, должен был знать о больном сердце Сенчина. И что? И о том, где он живет. Слушайте, тогда этот должен знать очень много. Во-первых, он должен знать, что у Сенчина свободный график работы, что он сейчас упорно, усердно работает, то есть трудится. А потом этот должен знать, что он жену за покупками возит. И еще, что именно в этот день они в банке гасят кредит за машину. Вот. Нет, слишком много всего. Федорченко, а? Нет. Как еще нет? Стал бы так поставляться. У меня есть один знакомый, бывший контрразведчик, так он говорит, что мотивация людей при таких вот поступках, она где-то на поверхности лежит. Но это он так говорит. Ну, может быть, он ошибался? Нет, он не ошибается. У тебя же мать как командир в юбке. Я вот как вспомню, так цепенею, правда. Вот все время как школьник перед ней. Они вообще с Аленкой как? Ничего, стерпится, слюбится. В конце концов, не чужие. А-а-а, не скажи. У меня вон со Столкиным отцом не слюбилось, не стерпилось, а мы вроде не жили вместе. Вот так. Спасибо, вот. Друг, утешил. Ну. А что, у вас как? Так же? Да никак. Как? А чего вы торопитесь? Объясни мне. Ну чего вы торопитесь? Я иногда вам просто завидую. Вот вспомню, как мы вот жили, без детей. Блин, свободные. Вообще. Чего ты сейчас несешь, а? Чего? Чему здесь завидовать? Вот чему, а? Так. Вообще-то нам завтра в 8 выходить. Угу. Нормально. Да? Чё? Серьезно? Чё? Слушай, мне пора. Я пойду, пожалуй. Не, погоди. Не, правда. Мне пора уже, все. Много времени. Подожди, ну допьем и пойдешь. Рома. Стелла. Спасибо, очень приятно было повидаться. Взаимно. Пока. Был рад видеть. Давай. Пока. Все, счастливо.
Чё ты? Так, ты забыл? Чей забыл? Ну, вообще-то, я завтра должна сдать анализы. Ну? И к этому гинекологу я записалась с 5-го раза. Я ничего не забыл, нормально. Чё, завтра пойдешь, сдашь анализы, все нормально? Да, как? Как? Как я тебя отвезу в 8 часов утра и все? И... Вот. Чё? Все понятно. Я отвернусь. Посуду помоешь и спать, ясно? Угу, слушаюсь. Ром, я так и знала. Но ты же обещала починить лампочки вчера. Слушай, замотался, представляешь? Сегодня вечером все сделаю. Сегодня, опять сегодня вечером. Насколько можно? Я уже привык к темноте, как кошка. Сегодня супчика грибного. Да, мамуль, спасибо. Ага. Слушай, ну ладно, розетки. Но лампочки-то можно поменять? Я уже устала говорить об этом. Аленушка, ну мы сами лампочки можем поменять, правда же? А вот я не умею новые галогены вставлять. Вы умеете? Научимся. Знаешь, дело вообще не в лампочках, а в твоем отношении. Ален, пожалуйста, не преувеличивай, ладно? Сегодня вечером все сделаю. Возьми сейчас свечку, ладно? Я убежал. Не преувеличивай. Господи, оставить на секунду нельзя. Что случилось? Ой, Варвара Ивановна, Гоша, Гоша, молотком. Молотком. Ну, пойдем, пойдем. Ничего, ничего. Ой, извини. Варвара Ивановна, я все понимаю. У него работа сложная, он устает. Да. Но и вы меня поймите, я же тоже устала. Вот он начал ремонт, но все в результате на мне. Меня это, честно говорю, это раздражает. Вон розетка выдрана, кран протекает, фильтры для воды не поставили, Гошке некуда учебники поставить. Ну, ты прям не преувеличивай так. Некуда учебники поставить. Там 3 штуки этих учебников-то. 4. Ну, не в этом дело. Не в этом дело. Просто правда боюсь, что Гошка возьмет да и сунет палец куда-то в розетку. Вы же знаете, какой Гоша у нас. Это плохо. Вот, вот почему Рома этого не видит? Ну, не хочет же видеть просто. Я тебе сейчас чайку заварю. Посмотри, здесь очень много меты и чабрец. Выпьешь, успокоишься. Собирались вон отдохнуть. Вот и отдохните. Ромка, привет. Что? Да слышу, слышу. Поняла. Поняла. Давай, пока. Заседание суда опять до ночи задержится. Интересно, как зовут это заседание суда? Прекрати, ну что ты такое говоришь? На, выпей. И успокойся. Здесь очень много мяты и чабрец. О, нашелся. Иди скорее домой. Тебя хозяйка заждалась. Собака, моя хорошая собака, моя хорошая. Ой, Варвара Ивановна! Ой, здрасте. Смотрите. Пифагор. Да. Боже, откуда он? Вот дворник привел. Говорит, во дворе нашел. Какая радостная встреча в такое хмурое утро. Да. А машина? Машин нет. А Пифагор должен знать, где машина. Покажешь? Ну что, ты покажешь, что ли? Да? О, он знает. Ищи. Варвара Ивановна, кумайте.
ищи. Стойте, Варвара Ивановна. А если машина на другом конце города, а? Нет, он говорит, что машина. А ты где? Вперед. Ну, подождите. Вперед. Стойте. Я просто не могу. Стой! Держитесь. Пифагор! Пифагор. Пифагорушка. Господи, ну где же машина-то, а? Сколько ты гонять сейчас будешь, а? У нас такая же решетка. Это же наша машина. Ну? Ой, я гений. У тебя бабушка гений. Лизка, иди сюда. Вот, я смотри. Гений. Получилось? Да. Да? А теперь найди мне петролиум, что-то вот это вот с названием петролиум. Там еще какое-то слово есть. Петро. Ба, ну что-то как маленькое. Вот тебе поисковик и выдал. Бета петролиум. Ну и все. И спасибо. Иди. Петро. Тендер. Максим Федорченко. Роза, да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а у вас адрес Федорченко есть? Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужен Максим Федорченко. Пойдем. Пап, к тебе пришли. Хорошо, заходите. Я к вам. Спускайтесь вниз. Ух ты. Мы с Олегом однокурсники. Вместе в Строгановке учились. Угу. Вот, держите. Спасибо. Ну и вообще всю жизнь вместе. Вместе работали. А, вместе. Даже вон собаку. Ему тоже вместе покупали. Даже цвет машины вместе выбирали. Вон. С Денисом. Бывает же такое. Потом тендер и стали соперниками. Бывает. Да я вас умоляю, какие мы к черту с Олежкой соперники. Пап, нет? Я пошел. Сынок, Денис, ты зайди за тобой. Пап, ну ты че, ну заканчивай. Звони мне, я прошу. Звони, пожалуйста. Понял я. Слушайте, я никак не могу понять, на чем эти штаны у молодежи держатся. Да, да. Ну а мне каково? Как жена умерла, так... Я остался с этим аглоедом. Вот только Олег один и помогал мне там деньгами, заказами всем. А враги у него были? Ой, у Олежки враги. Да. Да Господь с вами. Я вас умоляю. Да? Какие враги. Ну ладно. Извините, вы работаете. Спасибо, что уделили мне время. Ну, я вас умоляю, ради бога, это же работа. И пожалуйста, простите. Что вы делаете? Это вы меня простите. Я просто не могу никак согласиться. Я... Вон некоторые мерзавцы до 100 лет живут, кровь пьют. А тут несправедливо это. Да, но это правда. Держи. А лекторы-преступники очень сентиментальны. Могут слезу пустить, юность вспоминают. И все, что вы рассказали про Федорченко, этого не отменяет. Но это так, вам, так сказать, на заметку. Ну а в частности, я думаю, что Федорченко чист, как младенец. И вы уж извините, моя дорогая, но вы просто гоняетесь за ветряными мельницами. Вы просто хотите сказать, что я занимаюсь не своим делом. Слушайте, давайте отвлечемся от печального. Я вот тут хотел предложить вам свою компанию. 2 билета в театр на спектакль по Агате Кристи. Спасибо, конечно, но я, в общем-то, прислушаюсь к вам. Я действительно что-то не то делаю. Меня сюда для чего пригласили? Для того, чтобы я следила за внуками, была домработницей, так сказать, еду готовила. А я...
хозяйство запустила, внуков не вижу. Пойду займусь своими прямыми обязанностями, а вы Тосю позовите, она, наверное, с удовольствием сходит. Вот когда я все сделала, тогда Светлана Ивановна меня и похвалила. Ай, я тебе говорила, терпение и труд все перетрут. Да. Да. Тасенька, скажите, пожалуйста, у вас нет телефона Жека, и мне нужен мастер. Ой, Варвара Ивановна, ну смешили. Ну какие в Жеке мастера? Я вам сейчас дам визитку. Электрик, мне нужно розетки починить, лампочки вернуть. О, муж на час называется. Нет, вы меня не так поняли, мне муж не нужен. Мелкий бытовой ремонт, он вам все отремонтирует. У меня у свояченицы все в подъезде так делают. Да? Ба, я здесь. Иди сюда. Замуж за него не надо выходить? Ну, это как договоритесь. Да? Спасибо. Ба, а можно мультик потом? Нужно. Ба, ты чего, мама не разрешает? Сегодня можно. Ну ладно, я колонии за журналами. Критические дни. Это что такое? Это у нее в журнале было написано. Она спрятала, а я прочитал. Ну, соплята, а. Привет. А что это с Лизой? Открыла и умчалась. Да, ничего. Критические дни. Критические дни. Чего-чего? Ничего. Гош, ты наказан. Быстро в угол на горох. Это ж надо, а? Бебе! У одной гормональный взрыв, а другой буквы учит. Да, мальчик познает мир. Угу. Ну, что там с Розой Сенчиной? Похороны в понедельник. Удивительно, на что может пойти человек от зависти, от ненависти, ну просто от скуки. Да, я тоже про это думаю, думаю. Кто бы это мог быть? Есть хотите? Спасибо. Там еще не такое найдешь, если читать умеешь. Дайте, дайте посмотрю. Все так складывается. Ну, как складывается? Вот так. У других все получается, у нас все время какие-то сложности. Никаких сложностей. Ну, никаких сложностей. Ну, Вань, ну, подожди, все. Подожди, значит, врач нам что сказал? Мы такие не одни. Он нам предложил кучу вариантов. Надо же думать над этим, правильно? Надо пробовать. Подожди, подожди, да? Об да? этом думать. Потом думать надо. Обязательно. Пробуйте, а не... пробуйте думать. А вот это другое дело. Дорогу осилит идущий. Идущий. Надо найти где. Ваня! Пусти! Ай! Ай! Ваня! Так. Ну что, Данила? Так это сейчас. Кто? Муж. Разводной? Разводной. Какой муж? На час. Кран меняет. О, кран меняет. Так. Давай. А что, наш папа совсем семью, что ли, бросил? Или считает, что семья без него справится? Не передергивай, а? Нет, я не передергиваю. Гоша, ладно, мама у нас не в духе. Отнеси этот ящик дяде. А я не передергиваю. А чему такой дядя в майке научит детей? Вот, должен быть примером какой-то. Ты как-то определись, ей-богу. Чего ты хочешь? Внимание, примеров. Или ты хочешь, чтобы у нас все лампочки горели, розетки работали?
А может, я всего хочу? Так не бывает. Так, пойду проверю, что он там сейчас наменяет. Меняла. Меняет он. Держи ключ. А этим ключом что делать? Так. Привет. Привет. Ой. Устал? Ой, не день, сплошная нервотрепка. Чего пьешь? Красненькое, специально купила. Хочешь? Не-не, ты знаешь, я пиво сейчас выпил. Пива нету, пива и нету. Ты все выпил. Я бы сейчас пожрал бы что-нибудь. Есть варианты. Да. Что есть? Есть котлеты и гречка в холодильнике. Сейчас чуть-чуть брошу в рот и спать. А ты заметил, у нас лампочки горят теперь? Не, я не заметил. Мама, что ли, ставила? Мама. Ну, видишь. А ты говорила. Да ты наглая! Да ты что наглая! Ну что вы говорите? Ну чего вы добиваетесь? Ну я не знаю ни про какое завещание. Правда? Ну вы все фантазируете. Я фантазирую? Вы просто скрываете. Да что вы себе позволяете? Вы... Здрасте. Ой, здрасте, Варвара Ивановна. Пойдемте ко мне, пойдемте. Нет, постойте, а куда это вы собрались? Мы этого так не оставим. В смысле? Знаете что, Оля? Что? Если вы мне не верите, подавайте в суд. О! В суд подам! Вы не знаете про завещание? Вы тут все сговорились, потому что... Но мы это дело так не оставим. Мы за правду, мы своего не отдадим. Наглая! Ой. Это что за фурия такая? Ой, Варвара Ивановна, это не фурия. Это жена Владимира, младшего брата Олега. Вот уж третий день меня достает... То сначала по телефону кричала, а теперь вот, пойдемте, а поймала. А у меня точно такая же в детском доме завпост была. Да? Да. Пифагор, заходите, пожалуйста. Заходите. То, что это Владимир все время завидовал, ревновал Олега, все время шантажировал, какие-то деньги у него требовал, это понятно. Но сейчас человек умер. Ну, можно иметь хоть какое-то уважение. А вы никогда не думали, что вот эти вот люди, они, ну, я не знаю, как сказать... Вдруг они это... Да вы что? Нет. Нет, они же, конечно, они... Ну, знаете, они странные люди, но они же не убийцы. Вот такие вот странные люди и не убийцы. Это братец такой странный, который наследство ждет. Прямо хочется с ним познакомиться. Адресок дадите? Отдам. Дадите? Дам. Проходите. Хорошо. Эй! Тут есть кто-нибудь? Ты кто? Ой, я по поводу смерти вашего брата, Олега. Скажите, пожалуйста, а где вы были в понедельник с 14 до 15:00? Ты кто такая? Что-то я не пойму. Здрасте, я ее знаю. Это соседка Роскина. Она ее на узковает, а? Да, я соседка Роски, но я ее не наускиваю. Я просто помогаю ей узнать, кто виновен в смерти ее мужа. И вам же, наверное, как брату, тоже было бы интересно узнать. А мне плевать, кто это сделал. Брат мой помер, это факт. Нам главное получить свое по завещанию. И все. Ты белье снимала, я носок не могу найти. Да, я... Да вроде там все было. А что ты в темноте сидишь? У тебя все в порядке? Да так. Ничего.
Ты что, пьешь? Что случилось? Я хамство терпеть не могу, ты знаешь. Ну-ка, ну-ка, рассказывай. Я пошла к брату погибшего, а он меня таким хамским образом выставил. Здрасте. Мам, ну ты что теперь, наезды какого-нибудь хама будешь забивать коньяком? Нет, валерьянка. Я тебя предупреждал, что все этим закончится. Да еще ничего закончилось, все только начинается. Что значит все начинается? Ну, вот так. Мам, мам, ты что, в полиции работаешь, я не понимаю? У тебя какие-то полномочия есть? Я понимаю, твое правдолюбие это прекрасно, да. Но тогда шла бы в правозащитницы. Я просто человек, понимаешь? Человек, который хочет помочь, вот и все. Мам, тебе что, внуков не хватает? Ну хорошо, сходи тогда на выставку, в театр, в кино. Дязьмин меня пригласил в театр. Вот. А я отказался. А он с другой пошел. Господи. Бабушка. Почитаем? Конечно. Все, иди, не мешай мне с внуком заниматься. Так. Где мы остановились? Максимушка, больше что-нибудь скажешь? Да. Мы все здесь собрались, чтобы почтить память нашего друга, мужа и брата, моего товарища Олега. Я буду сидеть. Зачем они со своей собакой сюда притащили? Сейчас этот благодавно всех еще перекусает здесь. Мы сами хоть кого перекусаем. Ифагор. Знаете, на свете так мало людей, с которыми можно дружить всю жизнь. С Олегом было можно. Он был такой замечательный, щедрый. В жизни никогда у меня уже не будет такого друга. Спи спокойно, Олег. Пусть земля тебе будет пухом. А теперь я скажу. Дорогой мой брат Олежка, ты всегда был для меня опорой в трудные минуты жизни. Надеюсь, что я был тебе опорой. Надеюсь, что никто, слышишь, не вобьет клин между нами, любящими тебя родственниками. А поминки? Какие поминки, извините? Мне же на перевязку. Уже два часа, медпункт до четырех. А я здесь, что, без себя останусь? Не буду. Не надо. Хорошие родственнички. Угу, да. И повод хорошая перевязка. Это точно. Точно. Снова мы лезем, впереди следствие. Нет, ну вы сами судите. Он сказал, что сейчас? Говорит, мне все нужно получить сейчас, чтобы эта рука. Автомобиль мог просто забрать эвакуатор, а руку он повредил где угодно. Эвакуатор – это долго, это шумно. А пес в машине сидел. Если бы он не знал угонщика, он бы его разорвал. Зачем брату угонять машину? Деньги. Продать можно, можно разобрать на части. Русь сама говорила, что он ему очень завидовал. Идите, я к ним подойду. Спасибо тебе, Максимушка. Ну что, примите мои еще раз соболезнования. А вы, Максим, такую речь сказали? Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Только не, не та эта речь, чтобы комплименты получать. Ну да. Пап, я поехал. Ну, да, давай, до вечера. А он что, на поминке не останется? Нет. Нет. А почему? Не удалось с работы отпроситься. А где он работает? А вам зачем знать? Я просто так спросила. Знаете, не то место вы выбрали и не то время для расспросов своих. Максимушка, Максимушка, ну пойдем, нас ждут, пойдем. Я не хотела вас обидеть, простите. Ну, пойдем. Проходите, пожалуйста, в автобус. Проходите все. Не теми делами вы, Варвара Ивановна, занимаетесь. Угу. Конечно. Я просто такой человек, который не может оставаться
стороне. Я просто прошу, ну, пожалуйста, ну, допросите брата погибшего. Это единственное, что я у тебя прошу. Подождите, я понимаю, что вам не все равно. Мне не все равно. Я понимаю, что вам не все равно. Именно поэтому вы и вмешиваетесь все время в дела, которыми должны заниматься органы. Следственные органы иногда бездействуют. А я хочу посодействовать следственным органам, понимаешь? Угу, понимаю. Голодный ты какой. Я еще налью. Ешь. Вот сметанка. Вот хлебушек. Не могу. Ну, Вань, ну, пожалуйста. Во-первых, дело поручили не мне, а посылать с вами своих коллег я не уполномочен. Я знаю, что ты не уполномочен, но ты же можешь сам со мной сходить, правда? Не могу. И вообще, хватит самодеятельностью заниматься, делами надо заниматься, а дело не в проворот. И вообще, для этого дела нужны улики, а это только ваши домыслы и все. Нет. Нет? Нет. Ну, на нет, Ваня, и больща нет. Подождите. Все. Пусти, сказала. Кипяток. Ну, Варвара, Это произвол. Надо было по другой статье, конечно, это дело рассматривать. Не-не, для этой, конечно, тоже есть основания. Да. Не, ну это вообще, конечно, анекдот. Ага, да, да. Слушай, ну все, я домой уже пришел. Давай, да. Пока, пока. Всем привет. Привет. Есть будешь? Давай, салат, макарошки. Салат, роскошно. Очень хочу есть. А что там за анекдот? Анекдот? Слушайте, этот анекдот, такое только в жизни бывает. Представляете? Один чудик моему клиенту, чтобы тот не ставил машину напротив его гаража, повесил на дверь машины амбарные замки. Это как? Тот, ну как бы, чтобы спилить замки, поехал в сервис. У него ключей же нету. Пока ехал, двери себе все оббил. Дело дошло до суда, мне сейчас все это передали. Вот так вот. Амбарные замки — это такие большие. Такие огромные замки, которые вешают на сарай. Я тебе фотографии принесу. Пап, лучше бы ты себя в семью пораньше принес. Посмотри, как ребенок соскучился. Конечно, принесу. Давай садись. Сейчас, все, сажусь. Руки мою. И ты тоже ешь. И спать пойдешь. Ешь. Повернись. Ешь. Больше берите, не стесняйтесь. А я не стесняюсь. Да, смелее. Мне Иван в помощь отказал. Какой Иван? Ну, следователь Болотников. Фух, Варвара Ивановна, вы все никак не успокоитесь. Нет, не успокоюсь. Я вообще не успокоюсь, пока не докажу, что брат виновен в смерти Олега. Варвара Ивановна, у следствия виднее. Вы можете только помешать. Ну, а как я могу помешать? Тем, что прошу допросить этого Владимира, да? Вот этим? Огурцы кладите. Машину уже нашли. Ее наверняка сняли с розыска. Не сняли. Розе некогда было этим заниматься. Ну, хорошо. Олега уже не вернуть. Ну, а справедливость можно попробовать вернуть? Ну как вы собираетесь это сделать? Допросить Владимира, и пусть он принесет из больницы справку о том, что его покусала собака. Вот и все. Закручивайте. Закручиваю. Плотнее. Болотников уже отказал вам. Но вы же мне не откажете. Правда? Я же вам помогаю. Ух ты. Получилось. Он где-то здесь. Ну что ж, Владимир, и снова здравствуйте. Это я. Что ты тут опять забыла? Владимир, мы пришли по делу о смерти вашего брата. Кое-какие новые обстоятельства выяснились. А на каком таком основании? На основании того, что мы хотим помочь следствию. Это вы угнали машину с собакой? Что за чушь ты несешь? Выбирайте выражение. Он просто хам. Вы угнали машину с собакой. А с собакой машину можно было угнать только знакомому человеку, близкому. Понимаете? И она вас укусила. Дура! Дура! Какая собака? Это я кружку кипятка на себя опрокинул. Далась мне этого машина с собакой ваша. Мое дело получить то, что мне причитается, и все, все. Вот то, что вам причитается, вы получите. А сначала покажите, что у вас там. Покажите. Укус или ожог. Тихо. Я сейчас покажу. Покажите. Я сейчас так докажу, что милицию придется вызывать. Совсем по другому поводу. На, любуйся. Привет. Что-то у нас так вкусно пахнет, а? Красота. Смотри.
Мам, помнишь, я рассказывал про чудика, который своему соседу на машину амбарные замки повесил? Да. Посмотри. А, я ж не увижу. Гош, принеси мне очки, пожалуйста. Быстренько только. Ух ты. Смотри. Вот даю. Вот это да. Ромка, а? Звони Болотникову, быстро, улика. Здрасте, вы ко мне? Здрасте. Заходите. Ой, вы знаете, мы скорее не к вам, а к вашему сыну. А к Денису? К Денису. А, ну, проходите. Спасибо. Денис! Денис, да? Это к тебе. Денис, к тебе люди пришли. Ой, здрасте, молодой человек. Так, а вы куда-то собрались? Пап, что эти люди здесь делают? Ты как разговариваешь, Денис? Старший следователь прокуратуры Болотников. Варвара Ивановна. И чё? У нас есть все основания полагать, что вы угнали машину Сенчика. Нет, ну, Вань, ну что ты такое говоришь? Не угнал. Нет, он не угнал. Он просто на соседнюю улицу перегнал. Вы что несете? Вы... Я... Как вы можете? Я не буду отвечать. Папа, они ничего не докажут. Одну секунду, молодой как человек. Это... Денис, постой. Одну постой. Секунду. Что значит не докажут? Вот этого достаточно? Вот этого? Да. Пап, пап, ну я подумал, на пару дней, ну отгоню машину, ну. Ну он заволнуется, затупит, но... Что я значит? Не хотел его убивать, но... Чтоб ты выиграл что? Тендер, чтобы мог купить мне машину, ты это понимаешь? Ты же мне обещал, пап. Какая машина, Денис, сынок? Какая ты мне обещал машину? Ты что, совсем забыл? Ты понимаешь, что наделал? Подождите, подождите, а что, что? Что, что с ним будет? Он же желторотый еще. Так это же понятно, я даже не знаю, это суд, наверное, решит. Какой суд? Непредумышленное убийство. Статья достаточно тяжелая. Пойдем со мной. Какой суд? Пойдем куда со пойдем? Мной. Куда? Пойдем со мной. Пап, ну помоги мне, ну я же для тебя это делал. Пойдем. Пап, ну помоги мне, пожалуйста. Пап, я же старался. Пойдем со мной. Пойдем. Я не хотел, пойдем, пап. Пойдем, пойдем, пойдем. Ждите. Варвара. Это ж надо как получается. Он помочь хотел. Он помог. Так помог. Это что такое? Уж октябрь наступает, уж осень отрывает последние листки. Отрыхает с ноги своих ветвей, забыл. Давай еще раз. Уж осень отдыхает с ноги своих ветвей. А это что такое? Та-дам, мадам. Папа билеты купил в Михайловское. Что? Поехали. Осторожно, там клади, у нас много косметики все. Ага, давай. Пока, моя хорошая. Пока, бабуль. Пока, моя хорошая. Варвара Ивановна, ждите нас с новыми впечатлениями. Да, конечно. Ты же мне машинку обещал. Какую машину? Ты чего? Я не помню ничего. Да. Когда? Же перестань клянчить у бабушки машину. Только не трать пенсию без меня. Хорошо. Все, давай, пристегнись. Мамуль, пока. Забудьте цветочки пока. Поливать, пока. Ладно? Конечно, ага, конечно. Ага, спасибо, спасибо. Да. Пока, бабуль. Пока, бабуль. Пока-пока. Уехали, Маша. Уехали. Своих куда-то проводили? Да, уехали. На несколько дней отдохнуть. Варвара Ивановна, я хочу вам сказать. В общем, вы должны знать. Вам, конечно, все говорят, что вы не милиция, и не полиция, ну, да, и ну, не да, прокуратура. Не правоохранительные органы, и даже не частный детектив. Да, мне все говорят, я вообще никто. Нет, ну, вот тут я с вами совершенно не согласен. Вы, Варвара Ивановна, да. Вы из тех, кто не дает нам забывать. Что?
том, что неравнодушие – это лучше любой прокуратуры. Ну да. Ну вот, как-то так коряво получилось. Поужинаем? Да.